Девки из болгарской школы звезд Игоря Крутого продолжают осваивать секреты шоу-биза и познавать вкус побед и конкуренции. Правда, без слез пока дело не обходится, ведь пока для юных суперстаров дружба на первом месте. Сюжет Кости Тарасюка. Очередной учебный день в Академии популярной музыки Игоря Крутого ребята запомнят надолго, ведь на этот раз им предстоит соревноваться в танцевальном хип-хоп-баттле. Открывают это настоящее дэн-шоу выступления коллективов, которые заранее готовят свои номера. Яркий внешний вид, отрепетированные движения и бесконечный драйв, который группы дарят всем присутствующим в зале. В итоге в первой конкурсной категории лучшей командой становится коллектив «Шпроты». А приз за лучшее шоу получают «Смурфики». Далее на паркет выходят самые младшие участники, которые только начинают постигать основы хип-хопа. Но борьба за звание лучшего денсера даже здесь разворачивается нешуточная. И в конце концов победу присуждают 8-летний Тони. А вот соперничество среди участников средней возрастной группы оборачивается настоящей драмой. Девчонкам из группы «Смайлы» приходится столкнуться лицом к лицу на танцполе. Более того, в финале за главный приз. Без слез не обходится, правда, и проигрывает всего одна из трех красавиц. Наша девочка не пришла, нам очень жалко, но у нее все впереди, да? Настолько тяжело участвовать с теми, с которыми ты настолько сильно дружишь. Главное, потому что они слушают музыку, а у них есть правильное понятие, это дружба. То есть у них нет такого, знаешь, каких-то понтов детских или еще чего-то. Это все лишнее, они это понимают. Да даже сам Влад Соколовский не может усидеть на месте и, зарядившись энергией от детей, отправляется зажигать на танцпол. Что же касается старшиков, то тут все по-взрослому. Беспощадные батлы, отточенные движения, уверенность в глазах. В итоге до финального танца доходит самая пластичная участница и самая акробатичная. И акробатика берет верх. Я готовилась, тренировалась каждый день, каждую секундочку я прогоняла и номер, и репетировала импровизацию. Что ж, остаются последние дни обучения в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Последние шансы стать на шаг ближе к мечте. Через какие испытания остается пройти участникам слета юных талантов, узнаешь завтра. Константин Тарасюк, Анатолий Шушпанов, про новости.